Не менее интересной стала и вторая часть конференции. Участники переместились в зал заседаний культурно-делового центра «Арктика», где поговорили об итогах работы Управления образования и молодежной политики Ненецкого округа, а главное – об итогах подготовки к предстоящему учебному году. Новый учебный год стартует уже в понедельник. В 9 организациях дошкольного образования и 5 городских школах сделаны текущие и капитальные ремонты. Проверены и модернизированы системы пожарных сигнализаций, системы энергоснабжения. На подготовку образовательных объектов к новому учебному году были использованы средства организации в размере более 4,5 миллионов рублей, а также из бюджета муниципального образования. Дополнительно было выделено 27 миллионов. По итогам проверок все образовательные учреждения города готовы к новому учебному году. Кузьмина Ирина Анатольевна. В ходе летних месяцев в июне, период с июня по август, было проведено благоустройство территорий всех образовательных организаций. В соответствии с этим все образовательные организации города Нарьян-Мара готовы к новому учебному году.